Всем привет! Меня зовут Кати Клэп, и сегодня на моем канале видео «Мой день наоборот». Мне пришла эта идея, когда я однажды проснулась утром и решила: так, а почему мне на завтрак не съесть ужин? И такая: Я поела, и только потом до меня дошла идея: а что если взять весь свой распорядок дня и поменять все местами? То есть сделать все наоборот. Я подумала, что это как минимум будет забавно. Надеюсь, вам понравится такое видео. И не забывайте поддерживать лайком подобные ролики. Меня это очень мотивирует. Вот мой распорядок дня, из которого мы все пункты будем выполнять в обратном порядке. И первое, конечно же, просыпаемся мы в 12 дня. И весь день почти просран. Я до часу дня со времен школьных летних каникул не спала. А проснулась я в 12 дня, потому что обычно засыпаю в 12 вечера. Ну а после мы идем с вами на улицу читать какую-нибудь книгу. Обычно я это делаю перед сном, чтобы как-то расслабиться и положить себе в коробочку какие-нибудь новые знания. Привет, ребята, добрый день. Это полка не всех моих книг, которые я читаю, они просто самые красочные и такие вдохновенные. Вот так вот выглядит книга. Пойдем читать. Зато вот кто спит целыми днями, неважно в какое время дня и ночи, надо встать и поорать. И ты, Миси, убийца мышек и крысок. Так как я обычно читаю книгу перед сном с каким-нибудь чайком успокаивающим, короче, я завариваю себе чай для сна. С утра, господи. Вот чай, который я пью перед сном. Supports a good night's sleep. Что здесь в составе? Насколько меня это вырубит сегодня? Чисто жиза, когда открываешь пакетик и отрываешь от него бумажечку. Самая главная проблема сейчас в том, что на улице стоит жара, и на самом деле думать не особо хочется. И слепит. Невозможно читать, голова кружиться начала. Если хотите возненавидеть книгу, начните ее читать днем под палящим солнцем. Я чуть от жары не сдохла. Обычно я из тех, кто любит завтрак на ужин, потому что что-нибудь сладкое можно съесть перед сном. Так вот сейчас я буду есть ужин на завтрак. Пойдемте готовить. Это, кстати, наш кабачок с нашей грядки. Внутрь пойдут мисинки, будем их так называть. Так, а знаешь, вот сейчас все испортишь. У меня мама стоит над ухом, дышит. Когда я успела к тебе столько комплексов воспитать? Не знаю, когда ты меня била палками и гадила на меня сверху. Так, я убегаю. Я уронила. Не бей меня! А как открыть? Тихо-тихо! Ой-ой-ой! Тихо-тихо, ты сейчас в духовку выглядишь. Я чуть сейчас не оторвала себе почку. Самым странным вышло из всего дня — это смотреть ужастики днем при свете, потому что убивается весь страх и становится неинтересно. Эй! Кто ты? Как тут оказалось? Да, я при свете, ребята, испугалась. Серьезно. По моему плану, я сейчас должна была монтировать видео, которое обычно до этого я снимаю. А так как день наоборот, видео нет, поэтому мне нечего монтировать. Перенесу его на завтра. Не накрашенная я редко снимаюсь, кроме как во влогах, поэтому пошла дальше по списку и сделала макияж. Ну а завершаю я макияж своей помадой своего же цвета губ. Я, в принципе, освежила все, расчесала. От того, что жарко, у меня все вот так прилизано, я терпеть не могу такую укладку. Сейчас нужно будет взять мусс и все это дело подзбить. Это мусс для укладки от Tresemme. Он пахнет так вкусно. Мне немножко напоминает какое-то яблочко свежее. Киви, может быть. Я хочу это... Немного это все дело схватится в объеме наверх, пока зафиксирую. Этот бренд очень любит использовать на неделе моды в Нью-Йорке. Я еще в году, по-моему, в начале 16 года, когда была на неделе моды, мне подарили целый сет, чтобы я делала себе укладку самостоятельно. В последнее время я на самом деле забываю пользоваться духами. У меня хоть и огромная коллекция всяких тюбиков, они серьезно стоят просто везде на каждой полке в доме. Вплоть до того, что духами я некоторыми пользуюсь, как, знаете, освежителем для воздуха. Но я забываю им порой пользоваться. Последние, наверное, 2 недели, как у меня появились эти баночки, потому что в России у нас только недавно
они появились. Мне их прислали на обзор, я их обожаю. Так вот, я укладывала волосы постоянно, но забывала, куда-то выбегала на улицу, или в целом, когда нахожусь в доме, я не пользуюсь духами. И мне делали комплименты: чем от тебя так вкусно пахнет? Я такая: так, стоп, а серьезно, чем от меня вкусно пахнет? И я вспоминала, что это пахнут эти баночки. Безумно вкусно. Детские волосочки выбираю. Использую лак, называется Max The Hope. Остатками лака немножко спущусь. Когда я начала снимать это видео и писала свой график, я не сразу поняла проблему. Приготовление мое заключается в том, что я мою голову. Со всей этой красотой я пойду в душ, потому что у меня день наоборот. Мне нравится, что все это время, пока я записывала здесь для вас видео, на меня смотрела альпака, такая типа: да, детка, правильно говоришь, ты мне нравишься. Это, кстати, альпака с Вакафеста. Моя подписчица со мной обменялась на мой мерч, а я получила альпаку. Я сама это выбрала. Да и вообще, у меня полно криповых вещей. Мало того, что мне пришлось смыть всю прическу, так еще и, соответственно, косметику, потому что как бы душ. Сегодня весь день моюсь, смываю и сохну. Отлично! Короче, у меня подсохли сейчас волосы, и обычно по утрам, а сейчас вечер, я занимаюсь работой. То есть обрабатываю какие-то там письма на почте, пишу сценарии, смотрю, что мне хочется там снять. Так что за работу! Самая главная проблема, что сейчас мне вообще не хочется заниматься работой, потому что я после того, как проснулась, заполнила мозг правильными знаниями, какими-то там мыслями, а потом я просто стала смотреть фильмы, отдыхать, сидеть в интернете. Короче, сейчас мне очень лениво, ужасно. Плюс, к тому же, я не сделала нормальную работу, то есть не засняла ролик. Хотя сейчас я снимаю, но это я как бы показываю вам, что происходит. Про почту я вообще молчу. Еще проблема в том, что сейчас вечереет, то есть если какие-то есть переписки, общения по работе, мне уже никто не ответит, то есть если есть какие-то там дедлайны или там вещи, которые нужно ответить, все, я опоздала. Работать бесполезно, ничего не идет, башка не варит. А сейчас, так как время поджимает, мне нужно сейчас завтракать. Мне нравится, что я не успеваю работать, я правда, ну, у меня же график, я не успеваю, зато такая: а, нужно обедать, завтракать и ужинать в одно время, да, пожалуйста, это я успею. Не могу есть, очень, короче, мне тяжеловато. И я решила, если я не буду есть, я должна что-то обязательно выпить горячее, потому что вечером я пью расслабляющий чай, а утром пью кофе. Так что перед сном в 8 вечера я бахну кофеинчику. Я обычно сама всегда отдельно добавляю корицу и также гвоздику, какую-нибудь карамель, ну а здесь все есть сразу, так что можно шик-шик и прям приправить вкусный кофе. Очень крутая вещь. Кстати, если вы думаете, что это за красота, это лед. Точнее, это пластмассовые формочки, внутри которых есть жидкость. Кидаешь в морозилку, они замораживаются, и при этом не нужно никакие формы заливать, трястись и все разливать по полу. Очень круто. Я прям советую. Гениальная вещь. Кто придумал, это здорово. Ну а теперь у меня время утреннего умывания и отхода ко сну в 8 часов вечера. И да, я умываюсь на кухне, потому что дом еще строится. Сейчас, кстати, ставят двери, а я умываюсь на кухне, потому что у нас нет нормальной раковины. Только это. Хотите меньше прыщей? Пользуйтесь одноразовыми бумажными полотенцами. Потому что в них бактерии-то не остаются и не размножаются, их выкидываешь сразу. Что я поняла из своего графика? Что его надо менять. Пожалуй, самое сложное это было то, что мне нужно было лечь спать в 8 часов вечера. Бодрит, а самое главное вовремя. Обожаю холодный кофе. По утрам.
Ну, а, кстати, что касается кофе перед сном, я думала, что оно меня как-то раззадорит, и я не лягу спать. Нифига. Я не знаю, что со мной из кофе случилось. Я его выпила, просто полежала какое-то время и заснула. А вот зеленый чай или что там было такое успокаивающее на голодный желудок, матерь божья. Иу. Самое прикольное, что я заметила после съемки и в целом после всего видео, что у моего мозга реально есть определенные фазы, когда он наиболее работоспособен, и когда его можно просто взять, засорить всем, и он такой будет, все, весь день испорчен. Каждое утро я должна себя заставлять делать что-то активное и сразу направлять свои мысли в работу. Иначе реально лениться буду весь день и ничего не успею. Вот такое вот у меня получилось видео, надеюсь, оно вам понравилось. Если так, то не забывайте мне ставить палец вверх и подписывайтесь на мой канал. А также напишите мне внизу в комментариях, что странного за день вы делаете. Особенного, может быть, какая-то ваша традиция. Для меня, пожалуй, это утром кофе со льдом. Это два компонента, которые меня бодрят как ничего на свете. Так что пишите все внизу в комментариях, я вас очень сильно люблю, надеюсь, вы повеселились вместе со мной, и, конечно же, оставайтесь такими же позитивными и креативными. Всем самого светлого. Пока!